Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим как раз о создании пространства любви и счастья, потому что это пространство зависит как раз от нас, от нашего намерения, от того, что мы создаем и что мы вносим во Вселенную вокруг нас. Вселенная, она такая, какой мы ее создаем, какой мы ее потом видим и воспринимаем. Вселенная — это, по сути, отражение сознания. Поэтому, когда мы говорим, хотите увидеть свое отражение, посмотрите на другого, на других, на то, что вас окружает. И каждый человек это опишет совсем по-своему. Вы даже можете попробовать. Составьте собственное описание, например, каким вы видите, что происходит вокруг вас, а потом попросите другого человека это описать, а потом еще другого, и сравните эти описания. И вы увидите, что у каждого эти описания будут отличаться. Я не говорю даже сейчас про отличие фактов, то есть что происходит, а про отличие отношения к этому, как это происходит, про отличие в эмоциях в отношении этого. Потому что эмоции — это как раз и есть вот этот энергетический импульс, ответ. То есть как мы чувствуем, что происходит с нами, что происходит вокруг нас. И вы увидите, что эти эмоции у каждого человека разные. И, соответственно, когда человек находится низко на шкале тонов эмоциональных, где-то находится в апатии или горе, или в страхе, он будет видеть мир именно таким. Страшным или каким-то таким абсолютно гнетущим, неприятным, или будет чувствовать себя подавленным. То есть на самом деле это как раз и есть вот это вот отношение к миру. То есть существует шкала эмоциональных тонов, которая идет от, там, скажем так, практически процесса смерти тела, умирания и на самый верх до энтузиазма, радости, веселья. Она, конечно, длится и больше, но это уже больше эмоции или эмоциональные состояния духовного существа. А сейчас я говорю то, что касается человека. То есть, конечно же, каждый человек может подняться по эмоциональной шкале, то есть может увеличить, улучшить свое эмоциональное состояние. То есть, если вы находитесь в апатии, горе, страхе, гневе, эти состояния можно исправить. Как их можно исправить? Да очень просто. Важно понять, как они образовались. То есть сначала определить свой эмоциональный тон, такой, в котором вы действительно находитесь. То есть не которым вы играете социально с другими людьми, а ваш такой хронический тон. Для этого вы можете посмотреть, как вы реагируете на какие-то нестандартные ситуации, которые случаются внезапно. И вы определите свой тон. Вот. Ну, возможно, лучше, чтобы даже это сделал какой-то независимый другой человек. Он это сделает, ну, скажем так, действительно, со своей точки зрения, непредвзято. Вот. И потом это состояние улучшается за счет того, что мы обнаруживаем и проходим те случаи, когда человек застрял в этом эмоциональном состоянии, застрял в горе, застрял в страхе, застрял в апатии и так далее. И вот проходя эти эмоциональные состояния, мы приводим человека к большей разумности, к большему пониманию и к состоянию действительно покоя, радости, энтузиазма, счастья. Вот. Почему? Потому что, когда человек проходит через случай, у него уходит этот негативный заряд, и состояние постепенно улучшается, увеличивается. Он становится действительно здоровым, счастливым, радостным. И, конечно же, он повышается по эмоциональным тонам, он становится таким, ну, бодрым, классным. Вы это можете проверить как на себе, так и на других людях. Я, например, занимаюсь процессингом уже 20 лет, и в действительности понял, что эта вещь работает, это помогает человеку в исцелении от негативных эмоций, в исцелении от негативных переживаний и психосоматических болезней. Ну, это я перечислил самое главное. Конечно же, можно улучшить любое состояние, изменить его и сделать действительно человека счастливым. Поэтому, если вам это интересно, то смело пишите мне прямо здесь в комментариях под этим видео, либо в контактах. То есть все мои контакты в соцсетях указаны тоже в описании к этому видео. И я отвечу вам, мы договоримся о бесплатной консультации, где я расскажу еще более подробно, конкретно по вашему случаю, и отвечу на все вопросы. Если видео понравилось, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и колокольчик для напоминаний о моих новых видео, которые выходят на моем канале практически каждый день. Вам добра, осознанности и счастья. И до скорой встречи!